Информация ⁇ один из ценнейших ресурсов доступных человеку. Для развития человечества сохранение и передача информации являются ключевым фактором, без которого невозможно представить себе современное общество. Родившийся человек имеет величайшую возможность очень быстро впитать в себя за несколько лет обучения ту информацию, которую его предки открывали, сохраняли и накапливали веками. Именно информация позволяет современному человеку быстро развиваться и становиться членом современного общества. Раньше для этого человеку нужно было читать много книг. Затем у него появилась возможность слушать радио и смотреть фильмы. Ну а современный человек может получить огромный объем полезной информации в интернете, почти не прикладывая для этого сил. Больше не нужно идти в библиотеку или ждать, когда в эфире появится та или иная передача, чтобы узнать или уточнить некоторый факт. Для этого вполне достаточно выйти в интернет и воспользоваться любой поисковой системой. Компьютеры сделали нашу жизнь проще и разнообразней, открыв нам легкий путь для всех возможных знаний человечества. Разумеется, в наших руках имеется информация далеко не за все время существования людей, ведь для того, чтобы начать накапливать и передавать информацию будущим поколениям, должен был появиться язык, письменность и, конечно, не в последнюю очередь то, на чем эту самую письменность можно было бы применить. То, насколько в сохранности информацию от предков получит следующее поколение людей, зависело именно от выбора того носителя, который понесет эту информацию через годы и века. Наскальная живопись неплохо сохранилась и по сей день. С берестяными же грамотами ситуация чуть сложнее, хотя и понятно, что создавать текст на деревянной коре гораздо проще, чем высекать его в камне. Одним словом, можно сказать, что компромисс между надежностью и доступностью в выборе накопителя данных существовал всегда. Несмотря на то, что со временем люди научились хранить не только тексты рисунки, но и фотографии, и кинохронику, и аудиозаписи, проблема надежного хранения такой информации в ее первозданном виде решилась не так давно, да и то не до конца. Думаю, у каждого есть, если не свои детские фотографии, то по крайней мере фотографии родителей, бабушек и дедушек, где-то выцветшие, где-то помятые, где-то порванные. А где-то его все утраченные, потому что имелись лишь в одном экземпляре. У кого-то на антресолях найдутся грамм-пластинки и аудиокассеты с музыкой, которую слушали их мамы и папы, которые, даже если найти подходящий магнитофон или виниловый проигрыватель, звучат уже совсем не так, как звучали 30 лет назад. Потому что пленка размагнитилась, а пластинка покрылась царапинами от частого прослушивания. У большинства же людей такие коллекции и вовсе не сохранились, потому что занимали много места, собирали пыль и причиняли различные неудобства, отнимая ценное пространство. Наши же дети смогут, когда подрастут, получить в свое распоряжение десятки и сотни своих и наших фотографий, сделанных с самого их рождения. Они получат их в первозданном виде, как будто они были сделаны вчера. И несмотря на то, что таких фотографий могут быть накоплены десятки тысяч, они получат их в виде одной маленькой карточки памяти размером с ноготь. Или вообще в виде ссылки в интернете. Такую мелочь, во-первых, никогда не захочется выбросить, только лишь потому, что она занимает много места. А сделать полную копию всего архива фотосъемки за всю их жизнь они смогут буквально за час. Причем копия не будет уступать оригиналу ни в чем. Это чудо стало возможным благодаря доступности компьютеров и повсеместному переходу от аналогового способа хранения и обработки данных к цифровому. Аналоговый способ хранения, с помощью которого, например, на магнитной ленте хранили звук, это запись такого сигнала данных, у которого каждый из представляющих параметров описывается функцией времени и непрерывным множеством возможных значений. Ну, чтобы это попроще объяснить, представьте себе обычные настенные часы с двумя стрелками. Там всего 12 цифр. И посмотрев, где находится часовая стрелка, можно сказать, сколько сейчас часов. А посмотрев на минутную стрелку, можно сказать, сколько сейчас минут. При этом точность, с которой вы можете сказать, сколько сейчас минут, зависит от того, насколько внимательно и близко вы смотрите на минутную стрелку, которая движется и перемещается в каждый момент времени. При желании, можно по ее положению вычислить очень и очень точно время включая секунды и микросекунды другое дело цифровые часы если на них написано допустим 12 часов и 15 минут то как долго и внимательно вы на них не смотрите более точного времени вы не увидите получается что аналоговый сигнал по сути бесконечно точен в то время как цифровой очень округлен и значит он для хранения информации хуже аналогового нет это не так из непрерывности пространства значений следует, что любая помеха, внесенная в аналоговый сигнал, неотличима от самого сигнала, и, следовательно, исходная амплитуда не может быть восстановлена. Для аудиозаписи это означает, что шумы, появляющиеся в записи, по сути невозможно отфильтровать. Конечно же, есть способы их уменьшить. Но зачастую это приводит к потере части полезного сигнала, что делает очищенный от помех и шумов звук уже не таким четким. Хотя это все равно не помешает вам узнать любимую песню. Правда, слушать ее в таком виде вы, вероятно, уже не захотите. Но что, если вы хотите записать на пленку цифровые данные, состоящие только из единиц и нулей? Например, тишину мы будем считать нулем, а наличие какого-то звука, пускай это будет какой-то громкий, монотонный писк единицей. Даже если такая пленка сильно потеряет со временем в качестве, все равно вы точно уж сможете отличить шумы и прочий мусор в записи на фоне тишины от громкого писка. Пускай даже он уже начал звучать глуховато и немного плавая, вы все равно сможете четко сказать «Вот сейчас на пленке звучал ноль, а вот сейчас единица». Более того, это без особых сложностей сможет сделать и компьютер. То есть потеря качества аналогового сигнала не привела к потере или хоть каким-то изменениям в цифровых данных. Таким образом, практически любой носитель аналоговых данных, склонный к деградации со временем, можно превратить в носитель цифровых данных, надежность хранения которых у него будет намного выше. Сегодня принято шутить, показывая молодым людям аудиокассету и карандаш, и просить их ответить на вопрос, что общего между двумя этими предметами. Те немногие, кто знает, что такое аудиокассета, обычно отвечают, что это старый музыкальный носитель. Некоторые из них даже могут правильно ответить на заданный вопрос, сказав, что надетую одной из катушек кассету на карандаш легко перемотать на нужное положение пленки с помощью вращения руки, если под рукой нет магнитофона. А в карманном плеере жалко тратить батарейку на этот процесс. Но почти никто уже не помнит, что когда-то компьютеры сохраняли свои данные не на жесткий диск и не на флеш-память, как сегодня. И даже не на дискету, как несколько лет назад. Компьютеры хранили данные на обычных аудиокассетах. И это было уже определенным прогрессом, ведь еще раньше компьютеры и вовсе хранили данные на обычной бумаге. Ну, может быть, перфоленту или перфокарту с трудом можно назвать совсем уж обычной бумагой, но все же, как правило, это именно она и была. На заре электронных вычислительных машин, когда компьютеры были просто огромны, данные в большой компьютер можно было вводить вручную, набирая текст на терминалах, подключенных к этому большому компьютеру, либо Подать в устройство чтения перфолент небольшой рулон бумаги, на котором вся необходимая информация уже записана. Разумеется, записана она там не карандашом и не ручкой. Бумага тоже может быть цифровым носителем. Как и в примере с пленкой, чтобы разница между единицей и нулем была максимально четкой, самый эффективный способ нанесения информации на бумагу в таком случае... Просто пробивать в ней дырки. Это эффективнее и надежнее любых надписей. Устройство записи цифровых данных в этом случае должно быть по сути дыроколом. А устройство чтения должно быть оптическим, то есть оно должно просвечивать бумагу, и если свет попадает на фотоэлемент, значит в бумаге дырка. Если не попадает, значит дырки нет. Возьмем, к примеру, ленту бумаги шириной с ленту для кассовых чеков. На каждых нескольких миллиметрах такой бумаги можно в ряд пробить, ну, например, 8 дырок. Или наоборот, оставить в некоторых местах такого ряда дырки не пробитыми. Вот мы и записали целый байт данных. То есть мы записали 8 бит. 8 значений, где, допустим, пробитая дырка означает единицу, а не пробитая 0. Сместим бумагу на несколько миллиметров дальше и пробьем еще один ряд. То есть запишем второй байт и так далее. Тысяча таких рядов будет уже целым килобайтом, а миллион мегабайтом. Впрочем, потребность в хранении цифровых данных появилась задолго до появления собственных компьютеров. Так, например, перфокарты начали использовать еще в ткацких станках для автоматического управления узором. А дворянин Семен Николаевич Корсаков, родившийся в 1787 году, в первой половине 19 века изобрел и сконструировал ряд действующих механических устройств, функционирующих на основе перфорированных таблиц и предназначенных для задач информационного поиска и классификации. Компьютеры переняли хорошую идею некомпьютерного века точно так же, как потом они перешли на магнитные хранилища данных, позаимствовав технологию у меломанов нецифровой эпохи. Хотя на самом деле кассеты в компьютерах появились немного позже магнитных же дисководов. В конце 60-х магнитные диски диаметром 8 дюймов стали выпускаться как устройство только для чтения, и некоторые крупные вендоры компьютерной техники распространяли на них программное обеспечение, которое в противном случае пришлось бы распространять в виде ПЗУ микросхем, что и дороже, и труднее в эксплуатации. Их тогда еще не называли гибкими или флоппи дисками, этот термин появился уже в 70-х, потому что он лучше всего подходил для этих магнитных дисков с точки зрения простого пользователя. И даже несмотря на то, что в 1973 году IBM таки объявил этот тип носителя официально называющимся дискетой первого типа, все равно термин флоппи диск никуда не делся и так и остался популярнее официального названия. Появление дискеты вполне понятно. Дискета – это воплощение дешевизны и четкого выполнения поставленной задачи, хранить некоторые небольшие данные. Магнитный диск с данными упакован в пластиковый конверт с прорезями для головки дисковода. Конверт отвращающегося в нем магнитного диска отделен обыкновенной салфеткой, чтобы не царапаться. И больше в дискете нет ничего. Трудно придумать более дешевое и эффективное решение. Большие 8-дюймовые диски могли хранить вплоть до 1,2 мегабайта информации, но это считалось во времена популярности таких дисков гигантским объемом и мало кому было нужно, поэтому чтобы уменьшить стоимость, как правило, такие диски выпускались меньшего объема. IBM 23FD, представленный в 1971 году, имел объем всего 80 килобайт. Memorex 650, представленный годом позже, уже хранил 175 килобайт. В 1976 году IBM 43FD форматировался в 500 килобайт. На них сначала распространялся только необходимый микрокод а потом и целые операционные системы. Собственно, операционные системы с появлением дисководов взяли курс на то, что диск в компьютере – это некий центральный узел, вокруг которого и строится вся суть операционной системы, как главной программы компьютера. Конечно, внутренняя операционная система управляет всеми ресурсами компьютера, в первую очередь процессором и памятью, но для пользователя тех древних компьютеров основная суть операционной системы – это инструмент управления файлами на дисках возможность их чтения, записи, просмотра, редактирования, копирования и запуска. Например, операционная система CPM создавалась специально для компьютеров с 8-дюймовыми приводами дискет. С появлением микрокомпьютеров стандарты размеров дисководов надо было уменьшать. Появившийся в 1976 году новый стандартный размер дисководов в 5,25 дюйма снова несколько отбросил назад количество данных, которые можно было записать на дискету. Но в целом все осталось как прежде. Даже внешняя 5-дюймовая дискета ничем от своего 8-дюймового старшего брата не отличается. Кроме того, что она, конечно, почти вдвое меньше. Однако, если вы увидите отдельное изображение дискеты, на котором ее не с чем сравнить, то вряд ли вы сможете сразу сказать 8 или 5-дюймовый образец перед вами. Постепенно совершенствуясь, 5-дюймовые дискеты добрались до того же объема, который можно было хранить и на их старших сестрах, 8-дюймовых дискетах. Этому способствовало использование так называемой высокой плотности и новых типов дисководов. В те годы развитие компьютеров шло невероятно быстро, и вновь появившиеся технологии устаревали буквально за несколько месяцев. Вот и дискеты, изначально рассчитанные на запись 40 дорожек с данными постепенно уступили место дискетам с 80 дорожками. Разумеется, для этого потребовался и новый тип дисководов, который с легкостью оперировал как новыми 80-дорожечными дискетами, так и старыми 40-дорожечными. И если новый дисковод форматировал 40-дорожечную дискету, то она продолжала работать в старых дисководах, которые большего не понимали. Но если новая дискета была по-новому уже и отформатирована, то старый дисковод такую дискету прочитать уже не мог. А это означало, что дисководы приходилось менять вслед за эволюцией дискет для них выпускавшихся? Все бы ничего, но дело в том, что в те времена стоимость дисковода была сопоставима с ценой домашнего компьютера. Собственно, сам термин «домашний компьютер» тогда только-только начинал входить в обиход, и понятно, что никто не ставил домой настоящие гигантские компьютеры размером с машинный зал, какие использовались в коммерческой и государственной среде. Людям не только некуда было бы поставить такую махину, но и заплатить за нее они были не в состоянии стали приходить относительно слабые машинки, способные тем не менее решать повседневные задачи людей. Хоть задач этих было не так уж и много, ведь еще буквально накануне появления домашних ПК никто толком не мог даже ответить на вопрос, зачем вообще рядовому человеку нужен компьютер, да еще в его собственной квартире. Тем не менее, применение нашлось. И поскольку именно спрос рождает предложение, недорогие и маленькие компьютеры тут же появились на свет и быстро нашли своего покупателя. Компьютеры эти, как правило, не имели никакого накопителя информации вообще. Вы включали машину, писали программу, выполняли ее, может быть даже распечатывали результат ее работы или исходный текст ее самой на принтере, то есть на обычной бумаге, и выключая компьютер теряли ее навсегда как и все остальное содержимое оперативной памяти вашего домашнего ПК. И если такое положение дел в общем-то было обычным, то во всяком случае устраивало оно не всех. Казалось бы, нужно просто купить дисковод. Но был один маленький нюанс. Если компьютер стоимостью 600-800 долларов позволит рядовой домашний пользователь персонального компьютера себе еще мог, то заплатить за дисковод еще примерно столько же. Ему не очень-то хотелось. Давайте рассмотрим пример известного в те годы компьютера Commodore 64. Его дисковод Commodore 1541 был одним из самых дешевых дисководов у компьютеров той эпохи. И тем не менее, 400 долларов, которые он стоил, по сегодняшнему курсу с учетом инфляции приравнялись бы примерно к 992 долларам США. То есть за один только привод пришлось бы отдать 1000 долларов. Дело в том, что для удешевления самого компьютера Commodore 64 никаких особых дисковых контроллеров в нем не было. И даже операционная система, роль которой по сути выполнял встроенный в компьютер язык программирования Basic, не умела работать с дисками. Задача по обеспечению работоспособности дисковода с этим ПК ложилась полностью на дисковод. Для чего в нем был собственный процессор MOS 6502, точно такой же, как в самом компьютере Commodore 64. И на нем же была операционная система CBM DOS, позволявшая с этим дисководом работать. Она достигла версии 2.6. В длину этот дисковод, чтобы в него поместился сам привод и вся необходимая электроника, плюс, разумеется, свой собственный, отдельный от компьютера блок питания, достигал тех же размеров, что и ширина самого компьютера. Проще говоря, дисковод был практически еще одним таким же компьютером, как и тот, для которого он предназначался. Так что нет ничего удивительного в его высокой цене. И никак по-другому задачу наличия дисковода у такого домашнего ПК решить было нельзя. По обычной формуле спрос-предложения на помощь домашним пользователям была направлена существенно более дешевая технология хранения данных на обычных аудиокассетах. Большинство домашних компьютеров тех времен записывали данные на аудиокассеты именно тем способом, о котором мы говорили чуть раньше. Два различных звуковых тона обозначали собой единицу или ноль, что позволяло компьютеру легко отличая эти тоны получать в свое распоряжение цифровые данные с такой аудиокассеты. Но пример компьютера Commodore 64 интересен тем, что как раз в нем пошли по несколько иному пути. В конце концов, аудиокассета способна хранить на себе музыку любой сложности. Так зачем ограничиваться двумя тонами, если можно использовать набор разнообразных так называемых квадратных волн? Такой способ записи позволял сохранять данные более плотно. А также привнес несколько дополнительных полезных возможностей, таких как хранение бита четности и избыточную запись, фактически дублировавшую все данные на пленке, что позволяло существенно повысить надежность хранения таких данных. Был правда у такого решения и минус. Если обычные компьютеры сами генерировали те два тона, которые использовали для записи данных на кассету, а также сами были способны их распознать, что позволяло подключать к ним самый обычный аудиомагнитофон, то такое более сложное решение от CBM ограничивало пользователей в выборе привода. Именно магнитофоны Commodore Dataset требовались для того, чтобы сохранять и загружать данные с аудиокассет в компьютеры Commodore. Это привнесло и еще одну, неочевидную тогда проблему. Сегодня, когда все эти компьютеры давно в прошлом и являются предметом интереса разве что немногочисленных коллекционеров и фанатов старой техники, те компьютеры, что способны были работать с любым магнитофоном, вполне способны загружать программы с любого звуковоспроизводящего оборудования имеющего выход на 3,5-дюймовый аудиоджек. Это дает возможность больше не связываться с точно так же устаревающими аудиокассетами. Многие копии программ тех времен можно просто скачать в интернете в формате MP3 и просто проиграть эту MP3-шку любым аудиоплеером. Если подключить выход звуковой карты вашего современного компьютера или даже мобильного телефона, которые все еще комплектуются такими разъемами, к соответствующему входу на старом компьютере, он не отличит. Проигрывается ли ему аудиопленка со старого кассетного магнитофона специально для него предназначенного, или это что-то более современное и как следствие программа прекрасно загрузится. И только обладателям компьютеров Commodore все так же приходится искать старые магнитофоны конкретной марки, чтобы пользоваться программами все с тех же аудиокассет, которые, как уже стало ясно из всего вышесказанного, стареют не очень хорошо. Конечно, профессионалы уже нашли для этого множество обходных путей, а те, кому не слишком важно, насколько оригинальное железо они используют, и вовсе довольствуются эмуляторами тех старых компьютеров, что, конечно, существенно облегчает жизнь, но любой преданный фанат вам скажет, что это совсем не то. Техника не стояла на месте. Электроника дешевела и уменьшалась, благодаря чему появилась более дешевая оперативная память, более быстрые процессоры и, конечно же, дешевели и уменьшались дисководы. Множество попыток было сделано в этом направлении различными компаниями, пытавшимися продавить свой собственный стандарт маленьких дискет. Появлялись ровно трехдюймовые дискеты. И даже двухдюймовые. Пока, наконец, консорциум из 21 компании не договорился в 1982 году о стандарте 3,5 дюймовых дискет. Реальный размер которых на самом деле ровно 90 мм. Этот стандарт получил название микродискета. По сути, это был все тот же флоппи диск, но в нем использовался более твердый пластик корпуса, а также несколько железных частей, таких как хаб в центре магнитного диска, за который хватался привод дисковода и вращал этот самый диск, а также появившаяся защита поверхности диска, которая прикрывала магнитную поверхность, пока дискета не была вставлена в дисковод. Для автоматизации процесса применения такой защиты была в новой дискете еще одна железная часть, Маленькая пружинка, которая толкала эту защитную планку на место. Когда такую дискету вставляли в дисковод, его механизм отодвигал защиту, оголяя магнитную поверхность с двух сторон, снизу и сверху. Изначально для чтения и записи данных использовали только одну сторону, что позволяло сохранять на такой дискете 360 килобайт данных. Потом, в 1983 году, задействовали и вторую сторону, что удвоило емкость дискеты, подняв ее до 720 килобайт. В то время как раз появился первый персональный компьютер, популяризовавший графический интерфейс пользователя. Это был компьютер Macintosh, который тоже не побрезговал новым стандартам дискет и поставлялся со встроенным 3,5 дюймовым дисководом. Однако дискеты в Макинтоше форматировались в 400 килобайт на сторону, что делало их чуть более емкими и несовместимыми с остальной индустрией. В 1986 году Macintosh также увеличил объем своих дискет в два раза, но не за счет использования двусторонней записи, а за счет изменения скорости вращения диска. Но в том же 1986 году индустрия представила еще более емкое решение, так же как и в случае с 5-дюймовыми дискетами, предложив диски более высокой плотности. Именно двусторонние диски высокой плотности, имевшие таким образом объем в 1,44 мегабайта, и стали самым распространенным стандартом Гибких дисков, кое-где использующимся и по сей день. Позже и Макинтош научился оперировать такими дискетами. Стоимость дисководов упала так низко, что никакой выгоды от использования вместо них кассетных магнитофонов не осталось, а весьма низкая скорость чтения с кассеты, составлявшая в лучшем случае порядка 50 байт в секунду без использования ускорителей и вовсе не оставила кассетам как хранилищу данных никаких шансов. Трехдюймовый дисковод, а именно так его принято называть в России, округляя последние полдюйма его размера в меньшую сторону, способен читать дискету со скоростью порядка 1000 килобит в секунду, то есть примерно 125 килобайт или 1000 байт в секунду, что несопоставимо быстрее любой аудиопленки. Начиная с середины 80-х и чем дальше, тем больше, персональные компьютеры разных видов, которых было великое множество, медленно но верно уступали свои места главному компьютеру поколения ⁇ IBM PC. Этот компьютер был далеко не самым удачным, дешевым и мощным на том рынке, но использование открытой архитектуры позволило именно ему со временем стать стандартом де-факто. В принципе, кассетный магнитофон подключался и к нему, но все же это было уже не очень популярно, и пользователи IBM PC начинали свое знакомство с новым компьютером сразу с использования дискет. И если раньше кассетные магнитофоны были компромиссом для домашних компьютеров из-за дороговизны дискет, то теперь таким компромиссом стали сами дискеты из-за дороговизны другой, еще более совершенной технологии хранения данных – жестких дисков. Жесткие диски по сути своей тоже являются магнитными вращающимися поверхностями, но эти диски уже совсем не гибкие и имеют куда большую плотность записи, чем у дискет. Привод жестких дисков не подразумевает сменяемости вращающихся пластин в нем, и потому среди пользователей ПК также известен как «фикст диск» то есть диск, закрепленный внутри компьютера. Такая терминология автоматически означает, что для распространения программного обеспечения такие диски никогда не предназначались. Было бы безумно дорого продавать ПО на жестких дисках вместо дискет, даже если бы это ПО требовало достаточно большой объем носителя. Дискеты и аудиокассеты являлись повседневным хранилищем данных, и если вам нужно было купить какое-то ПО, то и оно распространялось именно на них. Жесткие же диски также со временем стали повседневным Хранилищем, но ПО на них не продавалось никогда, за исключением очень редких случаев в специфических сферах корпоративного сектора. На самом деле жесткие диски, особенно на заре популяризации у домашних пользователей, далеко не всегда устанавливались внутри корпуса компьютера. Даже наоборот, у таких персональных компьютеров, как Macintosh, зачастую и места под жесткий диск в корпусе предусмотрено не было. Для того, чтобы подключить жесткий диск к такому компьютеру, диск устанавливался в свой собственный корпус, как правило, со своим же собственным питанием и интерфейсом, например, SCSI, с, с помощью которого вся эта система хранения данных уже подключалась к компьютеру несмотря на то, что жесткий диск появился в персональных компьютерах позже аудиокассет и дискет, сами по себе жесткие диски в больших компьютерах появились гораздо раньше пленки и флоппи дисков. IBM представила свой первый жесткий диск еще в 1956 году, и в 60-х это был доминирующий носитель в таких системах. На то было две основных причины. Это скорость доступа и хранимый объем. Конечно, тот первый жесткий диск от IBM под названием 305 RAMAC имел объем всего 5 мегабайт, а кроме того, размером он был с небольшой шкаф, весил около тонны и стоил несколько тысяч долларов. Но время шло, и с дисками происходило то же самое, что и со всей остальной электроникой. Они уменьшались в физических размерах, увеличивались с точки зрения объема хранимой информации и, конечно, дешевели. Как правило, внутри жесткого диска Находится далеко не один вращающийся магнитный диск. Например, у 305 RAMAC их было 50 штук. В современных жестких дисках их редко бывает больше двух. Читающая и пишущая головка внутри жесткого диска тоже далеко не одна. Обычно, чтобы не портить диски и головки, когда жесткий диск не используется, головки просто снимали. Агрегат-то был большой, но позже от этого неудобства решили избавиться. И вместо того, чтобы убирать головки совсем, их решили парковать. А раз головки убирать не нужно, то и делать сложные механизмы механизмы это позволяющие тоже. Конструкция привода сильно упростилась и новый жесткий диск IBM 3340 под кодовым названием Winchester, впервые применивший эту технологию, обрел на рынке большой успех. Надо ли говорить, что благодаря этому успеху термин винчестер стал фактически синонимом термину жесткий диск, особенно распространенный на территории бывшего СССР, где даже самые современные жесткие диски на компьютерном жаргоне называют винтами и по сей день. Что же касается распространения программного обеспечения, то с ростом размеров, которые занимают на диске современные программы, стало ясно, что дискета как основной носитель, на котором продается ПО не будет жить вечно. Как уже было сказано, жесткий диск кандидатом на замену дискеты никогда не рассматривался, а потому нужно было какое-то другое решение, существенно более дешевое в производстве. И снова на помощь компьютерам пришли меломаны. Последние в погоне за качеством звука уже давно перешли от аналогового хранения любимой музыки к цифровому и, не считая некоторых заядлых любителей виниловых пластинок, стали слушать музыку на компакт-дисках, представленных еще в 1980 году. Правда, популярность к ним пришла гораздо позже. Этот цифровой носитель хранил 74 минуты 16-битного стереозвучания с частотой дискретизации в 44,1 Гц. Нетрудно посчитать, что для ровного, непрерывного Воспроизведения привод компакт-дисков должен был считывать цифровые данные с носителя со скоростью 153,6 килобайта в секунду, что чуть быстрее скорости чтения обычного трехдюймового флопи-дисковода. Используя те же самые секторы по 2352 байта данных, состоящих из 98 кадров по 33 байта каждый, компакт-диски могли бы хранить не 74 минуты качественной музыки, а 540 мегабайт любой другой информации. Концепция, разработанная к 1984 году и показанная на японском компьютерном шоу, базировалась именно на этих цифрах, указанных в документе под названием Красная книга, которая описывала стандарт аудиокомпакт-дисков. Превратившись в так называемую желтую книгу, она стала стандартом к 1988 году, существенно повзрослев. В частности, объем хранимых данных увеличился до 650 мегабайт. Организация ISO признала этот стандарт в 1989 году. И люди стали тут и там слышать новое модное словечко – CD-ROM – Compact Disc Read Only Memory. Как ясно из названия, записывать на такой диск ничего нельзя, зато читать можно сколько угодно. Однако читать диски с обозначенной ранее скоростью в 150 килобайт в секунду было довольно неудобно, потому что хоть эта скорость и превышала скорость чтения все еще очень популярных тогда дискет, последние это содержали всего порядка полутора мегабайт данных, и читать их с такой скоростью было еще туда-сюда. А вот компакт-диски, вмещавшие по тем временам астрономический, неслыханный объем более чем в половину гигабайта, все-таки хотелось бы читать побыстрее. Производители приводов чтения компакт-дисков не растерялись, и на рынок сначала вышли двухскоростные приводы, что означало скорость в 300 килобайт в секунду, затем четырехскоростные, то есть 600 килобайт. А затем, буквально за год-два, скорости взлетели до коэффициента 56, читая по 3-8 мегабайт в секунду в зависимости от других особенностей конструкции привода. Кроме того, особенность была и в обозначении. Ранее было сказано, что скорость чтения с коэффициентом 1 составляла 153,6 килобайта в секунду. Это справедливо, если считать, что в килобайте 1000 байт. Но сегодня принято считать, что в килобайте 1024 байта. Это не совсем верно потому что 1024 байта содержится в так называемом кибибайте, потому что киби это число, кратное двум, в то время как приставка кило в системе C означает тысячу, и ни о какой двойке в степени речи там не идет. Однако все эти понятия давно перепутались, и сегодня килобайтами называют кибибайты, мегабайтами называют мебибайты, а гигабайтами гибибайты. Так что не удивляйтесь, покупая жесткий диск на 1 терабайт, что ваша операционная система видит там лишь чуть более 900 гигабайт, на самом деле она видит там чуть более 900 гибибайт, что гораздо более актуально и понятно в контексте компьютера и программ, занимающих место на диске. Но и на производителе диска пенять незачем, он вас тоже не обманул, потому что настоящих сишных гигабайт на вашем диске действительно ровно 1000. Но сегодня повсеместно под килобайтом подразумевается кибибайт, и этому придется подчиниться, чтобы окончательно не запутаться. Следует предполагать, что когда кто-то говорит килобайт, он подразумевает 1200. 24 байта. И поэтому 153,6 килобайта вынужденно превращаются в 150 килобайт ровно. Хотя на самом деле это 150 кибибайт. Как бы там ни было, компакт-диски стали популярным носителем данных примерно в то время, когда жесткий диск в компьютере среднестатистического пользователя был меньшего объема, чем вмещал один компакт-диск. А данных люди накопили уже достаточно, чтобы с дискетами им жить стало тесновато. Разумеется, пишущие сидеромы тоже ждать себя не заставили. И если стоимость одной так называемой болванки, то есть пустого компакт-диска, была довольно ничтожной, то стоимость пишущего привода поначалу составляла порядка 10 тысяч долларов и позволить себе записывать компакт диски могли далеко не все. Но прогресс шел стремительно, и стоимость пишущего привода упала до 1000 долларов то есть в 10 раз буквально за год. Прошло еще совсем немного времени, и пишущие приводы перестали стоить дороже обычных приводов, предназначенных только для чтения. Болванки, конечно, в отличие от дискет, позволяли записать на себя что-то только один раз. А потом данные с такого некогда чистого диска можно было только читать. Но и тут предложение поспело за спросом, и на рынке появились компакт-диски, способные ко множественным перезаписям. Правда, особой популярности они так и не снискали. Потому что процесс перезаписи компакт-диска все же чуть менее тривиален, чем добавление или удаление нескольких файлов на дискету. Да и в сознании людей все же компакт-диски представлялись скорее сродни емким пленочным накопителем, то есть предназначенными для архивации и долгосрочного хранения данных так что спрос на пустышки которые можно было записать один раз был да и пока еще остается существенно большим. Да и жесткие диски к пику популярности компакт-дисков как носителей данных уже существенно подросли в объемах. В десятки и даже сотни раз превзойдя объем сидерома, и при этом оставаясь в той же ценовой категории, в которой находились их старшие братья на заре оптических носителей. Продолжали развиваться и сами компьютеры. А развитие вычислительной техники всегда коррелировало с увеличением качества цифрового видео, которое также неизбежно пришло на смену аналоговому видео, как чуть раньше ранее это произошло с аудио. На базе cd -ромов... Появились так называемые VCD – видеокомпакт-диски. Чуть позже, благодаря высокоэффективному видеокодеку IMPEG-4, можно было уместить на одном компакт-диске целый фильм, который можно было посмотреть на компьютере или специальном видеоплеере. Разумеется, такое видео имело разрешение, сопоставимое с разрешениями телевизоров и экранов компьютеров того времени. Ну а с увеличением этих разрешений и доступных вычислительных мощностей, зритель требовал и увеличение качества видео на оптических носителях. Такое увеличение достигалось за счет увеличения и объема хранимых на носителе данных, а следовательно компакт-диск просто стал слишком тесным для запросов современного киномана. Естественным шагом в развитии оптических носителей стал DVD. Новый формат диска, имевший те же самые размеры, что и CD-ROM, уже хотя бы потому, что его надо было помещать в привод, не превышавший стандартных размеров компьютерного компонента, то есть 5,25 и дюйма. DVD вмещал уже 4,7 гигабайта, а при использовании многослойной поверхности и все 8,5 гигабайт. Когда же на смену стандартным PAL и NTSC стандартам телевидения пришел HD, а затем и Full HD, то и DVD стал мал. По той же самой формуле на смену DVD пришел Blu-ray. Мы, конечно, упускаем из вида огромное количество менее популярных носителей, которых было великое множество. История хранения компьютерных данных далеко не так линейна, как может показаться из этого рассказа. Ведь были еще и магнитооптические диски, совмещавшие в себе как использование магнитной головки, так и лазерного луча. Были диски Бернули, использовавшие для чтения и записи эффект, открытый физиком Даниилом Бернули еще в 18 веке. Были даже цифровые видеокассеты VHS видео на пленке в стандарте D-Theater и конечно же самые обычные аналоговые видеокассеты VHS использовались как компьютерное хранилище довольно большого объема но все это в целом осталось в стороне от массового пользователя точно так же почти незаметно прошел недолгий век истинного наследника DVD под названием HD-DVD, который вполне мог бы стать современным стандартом видеодисков и носителей данных, но Blu-ray удалось достаточно быстро его затмить. Так что многие его современники даже и не в курсе, что он когда-то был. Жесткие диски тоже прошли огромный путь от немыслимо больших и малоемких агрегатов до 2,5 дюймовых накопителей колоссального объема в несколько терабайт, устанавливающихся в портативные компьютеры. Со временем жесткий диск стал по сути последним механизмом устройством в ПК. Если не считать системы охлаждения, где используются обычные вращающиеся вентиляторы, жесткий диск — последнее устройство современного компьютера, в котором совершается какое-то механическое движение. А необходимость вращать шпиндель NGMD это и потребление электричества, зачастую довольно небольших батарей в мобильных устройствах, и выделение тепла, и шум. Поэтому, когда на смену стационарным настольным компьютерам пришли планшеты и смартфоны, эти новые устройства переняли себе по сути все агрегаты компьютеров. В них точно такой же процессор, есть видеочип, есть оперативная память. Но вот жестких дисков они с собой в дальнейшую дорогу прогресса уже не позвали. Даже в ноутбуках, которые существовали почти столько же, сколько и настольные ПК, жесткие диски встречаются все реже по тем же самым причинам. И даже в самых больших и мощных стационарных ПК жесткие диски в последнее время начали исчезать. И конечно понятно, что в случае с настольными ПК дело не в потребляемой мощности, не в шуме и не в нагреве. В современном ПК, предназначенном для цифровых развлечений, есть агрегаты, которые дадут огромное фору накопителям на жестких магнитных дисках в этих аспектах. Всему виной скорость чтения. Мощному компьютеру нужен быстрый носитель, и каким бы быстрым не был вращающийся диск, его электронный аналог без движущихся частей все равно имеет гораздо больший потенциал. Если карты памяти, которых тоже было великое множество от Compact Flash и Smart Media до Micro SD, заменившие собой диски в ультрамобильных устройствах, сравнимы по скорости с винчестерами и в чем-то им даже уступают, то в стационарных компьютерах работающие по примерно такому же принципу SSD-накопители, то есть Solid State Drive, легко обгоняют жесткие диски как в скорости чтения, так и в скорости записи. И эти цифры растут от модели к модели чуть ли не с каждым днем. Однако пользователи уже почти не хранят данные на тех устройствах, которыми пользуются. Это считается не слишком надежным и не слишком удобным. Ведь сегодня почти у каждого пользователя ПК есть заодно еще и планшет, и смартфон, и игровая консоль. Данные между этими устройствами нередко приходится перемещать, чтобы использовать то там, то там. А проникновение интернета достигло таких уровней и скоростей, что уже не особо заметно, лежит ли ваш файл у вас на диске, или же он хранится в каком-то облаке, располагающемся с противоположной стороны планеты. Именно так называемые облака сегодня конкурируют с классическими носителями данных. Больше не имеет смысла покупать физический носитель с программой, ведь купить ее в облачном сервисе и тут же прямо оттуда установить на свой ПК можно вообще не вставая со стула. И в точно такое же облако можно сохранить результат работы такой программой, будь это текстовый файл, видеоролик, смонтированный в электронном видеоредакторе или сохранение вашего прогресса в компьютерной игре. Человечество прошло большой путь от хранения сотен разрозненных дискет до практически полного объединения всех объемов хранилищ по всему миру. Вся информация Информация мира ⁇ один из ценнейших ресурсов имеющихся у человечества, доступна людям на расстоянии одного клика мышкой или нажатия пальцем на экран. Так же, как это невозможно было представить во времена появления первых дискет, сегодня невозможно даже вообразить, какие технологии станут доступны нам завтра.